Привет всем! Сентябрь, радует солнышко, но уже чувствуется и по освещению, и по упавшим желтым листьям и коричневым, что все-таки пришла осень, несмотря на тепло, сегодня больше 20 градусов у нас здесь, в Нидерландах. Я показывала сегодня в другом видео вот эту свою такую этажерку с цветами и травками, которые вот используются как для как приправа, как украшение, листики. Вот на кухне это петрушка, это тимьян или чабрец, это мята, базилик, беслок, лучок. Да, а вот еще хризантемы. Такие оранжевые и беленькие тоже они у меня подрастают. Я рассказывала сегодня в другом видео о георгинах. Дам ссылку на это видео в описании. И покажу сейчас вам те цветы, которые я не показала на террасе. Это у меня герани растут. Вот там дальше. Вот такие у меня красивые цветы. И вот хотела показать петунии, которые позавчера были куплены. Вот такие красивые они тоже цветут, ждут своей посадки. Вот тоже герань розовая. На этом я сейчас остановлюсь, цветки ищу. Вот белая герань, ярко-красная. А вот это вереск. Вот это вереск. Он тоже очень популярный в Нидерландах. Он как растет здесь зарослями и полями, особенно там, где его охраняют и поддерживают его рост. У меня есть видео на канале о вереске. В описании тоже я дам ссылки. Вот он вереск, который можно высадить у себя буквально в цветочном горшке. Вот, или прямо этот вот поставить, как он куплен был. Вот покажу. Вот в таких горшочках. Либо пересадить в больше, потому что он разрастается довольно хорошо. Вот. Ну и вот такие виолочис называются здесь. Это фиалочки. Анютины глазки, как мы их называем. Вот такие замечательные. Тоже собираемся подвесить их на террасе. Вот такой красивый вазон. Вот сейчас в таун-центрах, в садовых центрах распродажи цветов осенние. И можно купить буквально вазончик такими цвета, с таких цветов, если он был, допустим, евро 50. Ну, кого интересуют цены, я частенько в своих видео рассказываю, и какие цены тоже, чтобы вы ориентировались. То сейчас можно купить за 1 евро такой вот вазончик с петуниями. К примеру, за евро 25, нет, за евро 50, евро 75, один вот такой вазончик с вереском, гайде на нидерландском. Вот такой вот вазончик с герани тоже 1 евро стоил. Но вот анютины глазки уже побольше. Вот 8,99, 9 евро. Вот такие цены примерно так, чтобы для ориентации. Ну, что у меня еще есть, это вот бархатцы, на украинском чернобривцы. Покажу вот еще немножечко поближе. Красивые георгин. Это молоденькие георгинки такие. Из бутончика выросли. Вот еще такой распускается. Подсолнухи уже, считай, почти все созрели и уже потемнели. И большой подсолнух, который был у меня в одном из предыдущих видео, вот он уже тоже поспел совершенно. А там выше, если вам, да, видно, думаю, видно,
маленький посомушек еще стремится расцвести. Вот такие осенние цветы. Вот покажу еще свою белую герань. Всем хорошего настроения, теплого сентября, уютной осени. Осень красивая пора, несмотря на то, что грустное прощание с теплом, солнышком и летом. Ну, чем быстрее придет осень, тем быстрее придет новая весна. Всем всего самого доброго и до новых наших встреч. Пока!